Всем привет, с вами Вернов и Assassin's Creed Syndicate. Мы идем в лабораторию, это вторая серия прохождения, надеюсь, немножечко освоиться сейчас уже в этой игре, поскольку ранее я не играл в Assassin's Creed в таких масштабах, как сейчас планирую, поэтому... Так, братцы, стойте! Стойте вот так и сейчас вот прям стойте вот мне. Вот хорошо, вот молодцы, все, отлично, очень хорошо. Так, нам... Ящик, наверное, не стоит, нам не нужен он. Лаборатория нас интересует, вот что. Так, сейчас главное никуда тут не промазать. Как ты скачешь так? Это же какой-то кошмар. Найдите сэра Дэвида Брюстера. Такова задача у нас на данный момент. Я, честно говоря, в каким-то потемкам вообще пока лазучу. Совершенно вообще. Воду нам можно? Или это будет равносильно смерти? Просто как тут хоть все это дело строится-то? Наверное, не стоит. Так, подожди мне. Ну... Нет, 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 не то. Не... Что ты... Как... Что... Кошмар какой-то летает, как я не знаю. Как ты так вообще летаешь? Ну, значит, соответственно, нужно было просто так. Я думаю, мы сейчас искать туда будем или еще что-то. Увеличьте напряжение. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн, нам срочно нужны результаты. Давай, врубай. А что мешает нам отсюда сейчас пульнуть-то? Или мы отсюда его не видим, как цель? Боже, в синем свете эта штука просто прозрачна. Матерь Божья. Да, не могу его так убить. Я просто обязан отвести этот артефакт в один... Такс, а как нам спуститься вниз? Где-то здесь наверняка есть какой-то... А, ну да, да, да. Так, это кто у нас там такой плохой? Все, давай. Не озорничай. Вот. И мистер Старик растерзают вас. Да не надо так прыгать сильно. Вот, осторожненько. Да что ж такое? Что ж за цель такая? Убить его не могу прям. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Никто это! Ассасины у них нападут. Вот и все. Нечего кричать мне здесь. Так, слышь, Эйнштейн. Давай вот так снимем. Че это? Цацкаться-то с ним. Давай, гуляй. Так, тебя надо убить, да? Прощай. Все. Вот и пришло ваше время, Дэвид Брюстер. Но еще столько нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело. Вам не остановить старика. Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу и ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Нормальный мужик оказался. Произошло-то. Напряжение слишком много дали. В итоге сейчас все будет ломаться, взрываться, рушиться. Нет? Да? Надо выбираться отсюда. Надо выбираться, да. Бегом быстрее надо выбираться. Ой-о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 й. Давай, моя хорошая, бегом. Быстрее надо бы еще ускориться.
все, нет. Плавать она умеет. Вперед. Вот и ответили на мой вопрос. На этот раз повезло. Да уж, если каждый раз так надо будет взрываться. Надо найти выход. Да это найдем. Не впервой чай. Чувствуешь, да, игра начинает расходиться, мне это вот нравится. В принципе, мне особенно нравится, когда игра, знаешь, так начинается очень вяло, прям так сонно, еще что-то, а потом начинает расходиться. В отличие, когда игры наоборот начинают очень, прям, знаешь, там в прологе что-то происходит. Грандиозная, там какая-то стрельба, еще что-то, ты такой сидишь, думаешь, о, в предвкушении чего-то такого особенного, и в итоге потом игра тебя обламывает, и ты просто-напросто сидишь и понимаешь, что тебя как-то обманули. Господи, как же ты сигаешь, как это вообще вы так прыгаете-то, я не знаю, дети, вы неадеквата. Простой план, завершено. Убейте Брюстера с воздуха. Испытания не выполнили. Ну, можно было, но что-то как-то. Ладно, оцените это воспоминание. Ну, так себе, если честно. Но лучше, чем мы за братишку ее играли. Намного мне больше понравилось. Что это за взрыв? Какой взрыв? Иви? Частица Эдема взорвалась вместе с лабораторией. Это невероятная магическая железяка. Я потрясен. То, что ты не ценишь ее, еще не значит, что... Все прошло по плану, да? Почти. Небольшая проблема. Небольшая? Лаборатории конец. Джейкоб. Окрушение поезда. О, как он мог. Жуть. Я был в поезде, когда он сошел с рельсов. И я устранил цель. И ну, Брюстер просто сдолбай. Значит, все-таки удалось, несмотря на вас двоих. А как же Лондон? А что, Лондон? Мы зря тратим время здесь. Вы не хуже меня знаете, что Лондон под властью тамплиеров уже сотню лет. Пока что они еще слишком сильны. Терпение. Они нашли еще частицу Эдема. Сэр Дэвид мертв. Они не смогут ее использовать. Совет даст нам указания. Уверен, их решение поддержал бы и ваш отец. Я буду дожидаться вас в Кроули. Ну, окей. Терпение, Иви. Кажется, я слышу шорох ускользающих возможностей. Так в чем же дело? Лондон ждет, пока его освободят. Забудь про Кроули. Ну, что бы сказал отец? О, отец. Ты можешь продолжить его дело в Лондоне. Освободить потомков от города под властью тамплиеров. Знаешь, Джейкоб Фрай, может, ты и прав. Сделаем это? Да. Давай. В Лондон. Нравятся мне эти ребята? А то все совет, совет, все слушайся там, я не знаю, то не делай, это не делай. А тут, короче... Да пошли вы все нафиг, примерно, знаешь, вот такой разговор. В общем, все это был большой, огромный пролог. Так что во второй серии уже получилось все это осмотреть. Но тем самым как бы даже получше получилось, потому что, еще раз повторюсь, я не играл, это вот действительно просто первый мой запуск, и все. Ты только входишь во вкус от этого творения Абстерга. Есть такое, но ты мне откуда нужно знаешь? Связаться с Шоном и Ребеккой. Вряд ли стоит нападать на тамплиера. Да вообще пофиг. Ты видишь, мы шизанутые близнецы. Мы, может, сейчас игру закончим. Прям сейчас, вот прям самого главного. Сразу увольнем и все. Тут все нестандартно. Доктор Грамматика. Так, я могу управлять? Нет, не могу управлять. Это просто заставка. Ну же. Изабель, какой сюрприз. Наши друзья скоро придут сюда искать артефакт. Когда выясним, где он, дам вам знать. Отлично. Рад был видеть. Кретин. Из-за таких, как вы, у нас, историков, дурная слава. Боюсь, сегодня у меня нет на вас времени, мистер Гастингс. Спасибо. Вы упростили мне задачу. Твою мать. Да, паршиво.
Мистер Берг, агент Дакоста, прошу, разберитесь. Пошли! Поймать их! Не знаю, вот... Не знаю. Вот мне бы если сказали, что эта игра там... Немного подождать. Чуть не сорвали нам всю операцию. Тебя синхронизируют с Джейкобом и Иви. Найди что-нибудь, что поможет нам взять реванш. И поспеши. На кону человеческие жизни. Удачи. Спасибо. Сейчас разберемся. Ну, когда загрузка-то будет? Сколько мне еще бежать-то? 2 километра? Цели, заданий, золото. Может, мне куда-то надо конкретно бежать? Что за фигня-то? Или это так должно быть? Я как бы не в курсе. Вроде просто вперед надо бежать всегда было. Мусор или сор. Частные подрядчики свозили специально отведенные места и свалили в огромные кучи для последующей сортировки. Затем мусорщицы выбирали из них тряпки, пищевые отходы, кость, металл. И все в таком духе. Спасибо за курс истории, но можно я поиграю? Вот. Что ж такое-то? Так вот, о чем я? Заставки, вот это все как-то управление и прочее, ну не тянет оно на уже там 16-й год. По-моему, в 16-м году-то она вышла, если не... Как-то вот... Сказали мне, что эта игра там 10-го, я бы, наверное, даже не удивился, если честно. Бурлящий Лондон. Все, как описывал отец. Так, найдем Генри Грина и спланируем атаку на тамплиеров. Что за мистер Грин? Лондонский ассасин. Ты что, не слышал первые 3 раза? Не слышал, что? Эй, ты чего? Это мистер Грин. Простите, сэр. Эй, а ну вернись, гнусный воришка! Ну что ж ты лошара-то такой, ну? Welcome to the London. Так. Ну-ка, иди сюда, мелкий! Прохиндей! Так. Где этот засранец мелкий? Да потом! Сократите, говорит, дистанцию до цели. Сейчас попробуем. Убили кого-то, по-моему, вообще завалили. Найдите вора. Ладно уж, бандит недомерок. Живи! Да-так. Чё, со мной хотите разобраться, что ли? Это наш район. И чё? Люблю свежую нарезку. Чё это было сейчас? Что ты в него воткнул? Да что ж такое-то? Тот пока оглушенный стоит, смотрит пока, как этот. Его друг просто помирает. Вот так вот. Вот хорошо. Где вор? Слышь, мелкий. Отлично. Что еще нам предложит Лондон? Да. Что еще предложит Лондон? Не время для экскурсий, Джейкоб. Нам нужно найти Генри Грина. Я же всегда лазила быстрее всех, а? Не быстрее меня. Эй, я за тебя хочу поиграть. Ну уж нет. Да не хочу за этого играть. Доноска, дайте мне за нее поиграть. Что за ерунда такая? Просто приехали в Лондон, носимся такие. Мать, ты че встал-то? Вот так. Где находится лавка мистера Грина? Она была на карте отца. Я мистер Грин, да? 2 ассасина. Одного роста. Женщина и мужчина. Лет по 20. И эти дьявольские усмешки. Думаю, вы близнецы Фрай. Ну а вы? Да, мы знаменитость. Грин, к вашим услугам. Я узнал о вашем отце, мне жаль. Спасибо. Что вы знаете о Кроуфорде Старике? Видимо, совету нужны новости. Освободим Лондон. Ради будущего всех тех, кто здесь живет. Слава богу, совет внял голосу разума и послал сюда вас. Да. Слава богу. К сожалению, у меня плохие новости. Сейчас Старик... Глава самой могущественной организации темплиеров во всем западном мире. Все сословия, все районы, банды, производство. Этот злодей контролирует весь Лондон. Всегда хотел стать главарем банды.
суровым, но честным. У нас будет свой стиль. Только представь, эта банда объединит всех обиженных и обездоленных. Это наш шанс, Иви! Мы соберем себе армию! О, так же, как в трактире. Они как птицы из окна вылетали. А, Шулерата, те еще птицы. А, придумал! Мы будем называться... Грачи! Ну и идея у тебя. Есть план лучше? Найти частицу Эдема. Ну что ж, я покажу вам Лондон. Прошу. Странные у нас персонажи. Крайне странные. Хорошо. Спасибо. Сейчас заберемся, посмотрим, что там у нас. Я так понимаю, это самое высокое у нас... Что такое? А, то есть, значит, как там по 15 метров вперед прыгать, ты в состоянии. А вот как вот до какой-то там ерунды допрыгнуть, все, уже не можем, да? Да что ж такое-то, ты... Что ты... О! Давай. Почти залезли. Вот, все, отлично. Синхронизировать. Посмотрите, во что старик превратил город. Преступление на каждом шагу. Хороший Лондон. Запрещенный детский труд. Бандиты из висельников захватили улицы. И за всем этим стоят тамплиеры. Впрочем, как и везде. Как и всегда. Мы должны вернуть город тем людям, которые его построили. Мы отобьем Лондон у старика. Я обещаю. Врачи помогут. Мисс Фрай, ваш пыл вдохновляет. Идем. Вернемся ко мне в лавку, я введу вас в курс дела. Сейчас, короче, мы бригадой станем, наверное. Будем просто порядки свои наводить бандюгами. Не, ну честное слово, ну заставки уровня 2000 какого-то 7 года. Ну серьезно. Серьезно, это не серьезно. Что ты делаешь? Ты мне прыжок веры должен был сделать. А он что? Это прыжок какой-то в никуда. Во. Какой кошмар. Ну давай, показывай, братишка, Лондон. Что тут у нас хорошего? Ты там жива, Иви? Меня ищет Кейлок. Кто это? Главарь одной из банд Старика. Что ему надо? Результаты моих тайных исследований одного из артефактов предтеч. Частица Эдема. Да замолчи с этим Эдемом уже. Старик собрал армию запретных негодяев со всего города. Некоторые банды пытались сопротивляться, но их просто перебили. Остались ловкачи из Уайтчепела, но до висельников им далеко. Так поможем этим ловкачам, да? Это как раз то, что нам надо. Ты, должно быть, шутишь. Иви, они злы и готовы драться с висельниками. Это наш шанс. Держись, Лондон. Грачи идут. Вообще, хочу сказать, сам пейзаж передан, ну, внушающе, атмосферно. Мне лично вот пока очень нравится, как это все сделано. То есть, смотрите, вот, брусчатка. Каменка, да, получается. Вот это вот. Ну как-то. Треклятый даже... город. Никто не смотрит по сторонам. Да, я тоже заметил. А ты кто? Чертов друт. Так я его не закончу. Лишь Богу известно, где теперь все эти страницы. Что ж, напишу все заново. Захотите послушать историю другую? Ищите меня там, где кипят страсти и подают теплый эль. Удачи! А вот это хорош. Он какой-то чудной. Это Чарльз Диккенс, мистер Фрай. Он знает в этом городе всех и каждого. На вашем месте я бы постарался не терять его из виду. Интересная историческая такая пасхалочка получилась. Прям вот плюсик большой. Надо как-то избавиться от них. Не проблема. Вот. Стрелять умеете? Нет. Сейчас выясним. Мой экипаж рядом. Так вы сможете сбросить хвост. Увидимся в моей лавке. Вот, наконец-то. Какие-то гонки, какие-то экипажи. Что-то начинается, наконец-то. Так, погнали. РТ управлять. Ну все, все точно так же, да? Нужно увести их от Грина. А как мне направить влево, вправо? А, вот, все, спасибо. Уничтожьте экипаж бандитов. Протараниться, ускориться. А ну-ка нахрен пошел!
Подожди, как тут что у нас? Да. Пошел ты отсюда. Так. О, какая дичь, слушайте. Какая дичь. Где ты там? Все. Вернемся к мистеру Грину. Есть, капитан. Так ты упрям. И поэтому возглавлю братство, когда все закончится. Джордж никогда бы так не сделал. То, что осталось от Креда, при тебе умрет навсегда. Любишь ты меня, сестренка. О! Надеюсь, Грин вернулся без приключений. Ты что, уже соскучилась по нему? А что мы будем делать, если нашего главного информатора убьют? Старика найти нетрудно. Развернем карету и поедем его искать. Хорошо, что командую я. Не захвачено, Уэшспел. Куда здесь? О, потише! Так, покинуть. Да можно мне за нее-то поиграть? Как за тебя поиграть? Управлять все. Нет, это не то. Я думал за нее. Ладно, видимо, тут брат пока главный. Давай, сестренка, заходи. Сейчас. Это еще мягко сказано. Кто они такие? С годами мне удалось установить полезные связи по всему городу. Прекрасно. Тогда мы объединимся. Объединимся? Мы захватим банды Старика и ослабим его. Ты мелко мыслишь. У него под контролем все сферы общества. Нужно сравняться с ним. А, я тебя понял, Иви. Нам нужны грачи. Ты это серьезно? Банда грачи? Кажется, у меня тоже появилась идея. Полиция должна закрывать глаза на наши дела. Там у меня есть союзник, сержант Аберлайн. Говорят, он мастер перевоплощения. Далее. Дети. Дети? Беспризорники. Они просто отличные шпионы. Клара Оди. Да, она очень умна. И еще. Постарайтесь не забыть. Старик не работает один. Все районы в руках его людей. Вы их увидите, я уверен. Да я так думаю, уже увидели. Кейлок известен тем, что может исчезнуть у вас на глазах. Нужно, чтобы он исчез навсегда? Полагаю. Секунду. Тамплиер, он будет вам интересен. Осторожнее. Будет сложно. Да не волнуйся ты за меня, Генри. С парой бандитов я слажу. Твоими, так сказать, устами да мед пить. Туда, где трава зеленее. Завершено. Вот так-то. Продолжаем, продолжаем. Карта Лондона. Нажмите так, ну, чтобы открыть. Выполнять задание по захвату, чтобы открыть территорию. Убейте главаря тамплиера, чтобы завоевать район. И этих районов у нас... Я так понимаю, вот это вот... Ага, даже так. О-о-о-о-о-о. Нехило. Вестминстер даже, ух ты, ничего себе. А здесь, наверное, Биг Бен, получается, же можно увидеть. В общем, мне пока все очень нравится. Лондон, в принципе, мне тоже нравится, как город в реальной жизни вообще. То есть, поэтому мне приятно играть здесь. Ладно, начнем. В план, о великий стратег. Ну, это ты фонтанируешь идеями. Банды, драки, костюмы. Вот и давай, веди нас. Ну, как скажешь. Ёлки-палки. Смена персонажа. Так, чтобы открыть главное меню, затем, чтобы переключиться между Иви и Джейкобом. Окей. И причастен скрытный подход, а в то время как Джейкоб всегда рад сражению. У Иви и Джейкоба общие деньги, опыт и награда, но у каждого свое снаряжение и навыки. Ну, все, отлично. Играть за... Вот. Отлично. Все. 6 навыков доступно. Да потом мы все это прокачаем. Вообще мне скорее хочется что-нибудь посмотреть. Захватите Уэджпелл. Так, нам ближайшее куда, если так по карте? Мы может, пехом? Да пехом вообще не... Хотя, что, в принципе, стоит? Что, зря стоит, что ли? А я сейчас один? Этот-то со мной не будет вообще скакать-то? Ну, ладно. Ну-ка, пойдем!
разберемся, так сказать. Что там за район такой? Я хоть туда только вообще пришел-то, только какая-то... Ай, ладно. Курс молодого бойца будем проходить. Так, вот. Что за товарищи у нас тут стоят? Что это за такие у нас красавцы здесь? Ой, какие ребятки стоят. Хорошие. Все, отлично. Прощайте. Так, ну а что такое А вообще? Что это такое? Аверлайн, не так ли? Командуем второй. Сержанта Фредерика АВМ в одном из переулков. Ага, вот как. Часть третья играть, либо можно захватить район. Ну давайте какой-нибудь райончик-то захватим, хоть посмотрим, как это все происходит. У нас пока больше экскурсионные такие серии получаются. А вот, мать, тебе как-то, не знаю, манера, что ли, какие-то другие. Ну кто так ящики-то открывает? Так, значит, что у нас тут по захвату? Убежище банды. Здесь получается... 4 там, по-моему, написано. То есть, соответственно, 1, 2, 3. А это что такое? Поймать беспризорника. Вот даже как. Так, слушай, тут надо прям будет разобраться. Короче, пока что убежище банды. Идем тогда в убежище банды. Не знаю. О! Радость тут какая у всех. А говорят, город плохо живет. Вон. Скачут люди радостные. Довольные. Чё-то не заметила. Я вот что-то ничего не заметил. Что это? Что? Что? Что происходит? Кому помочь? До свидания. Нет? Мне нужен это самое, как его? Слушайте, сколько тут всего? То есть город насыщен, есть что посмотреть. Судя по всему, это что, нейтральная территория или что это значит? Где там кто? Я в нее точно попаду. Косоглазый. А ну-ка пошли отсюда, мне надо на задание ехать, очень срочное. Очень серьезное. Как тут протаранить, покинуть, ускориться? В общем, все, все то же самое. Пошли все нафиг отсюда! Так, вот этот район, что... Перебейте всех висельников. То есть, соответственно, вот, все, мы на месте, да? То есть я даже тут переборчил чуть-чуть. Ладно, лошадка, ты меня сюда здесь подожди. Как туда пройти-то в этот район? Как туда пройти? Убежище банды, убейте всех висельников. Так, ну понятно. В общем, мы как бы здесь. Это хорошо. Расширить территорию грачей. Вы серьезно, грачи? Ну зачем грачей-то? Не надо. Это как-то, блин. Совсем уже, правда, какой-то зашквар. С грачами-то. Так, как там учили-то? Залезть на высоту, осмотреться и все в таком духе. Ну их, слушай, здесь, по-моему, вообще немного. А, нет, 10 человек. 10 это тебе, конечно, не... Это, не 2. Где-то, наверное, по зданиям сидят. Ох. Так. Ну это сейчас увидит. Ай, давай, короче. В крайнем случае будем. Она под прицелом. Ага. Чё ты там бормочешь-то непонятное совершенно? Все, в общем, грачи наступают. Беги, беги, чувак, передай, что грачи нападают на всех. Не все этот, не все тексты перевели. Может, у нас и получится с бандами. Возможно. Господи, спасибо, говорит. Стоят толпой, не знаю, не могут загасить каких-то одну какую-то. Сейчас, конечно. Куда ты там избиваешь людей-то все, я не знаю. А ты куда выскочила, ведьма? Сейчас ты меня выпотрошишь, да, конечно. Уже он 6 уже загасили, когда успели-то? Все, давай, 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 все. Отлично.
Так, 7 из 10, еще троих надо, да, загасить? А, тут даже все отмечают. Да что все, я не знаю, он схватил вон тоже нож и вперед со мной драться. Что за обиженный народ такой? А вот плохо, что не все продублировали. Может, у нас и получится с бандами. Да ё-моё. Ладно. А, нет, смотри-ка, двоих она загасила. Вот это хорошо, вот это классно. Я думал, просто не получится. Думал, может, что-нибудь прокачивать придется на эту тему. Да дай мне пройти-то! Кусок. Так. Последний товарищ остался. О, куда ты, слышь? Ты чё? Достала. Больше тебя вообще ружьё, мушкет. Совсем, что ли? Оглашённое. Вот и все. Так, дальше что? Тамплиер должен какой-то выйти? И что, как вообще? Убежище банды завершено, испытание. Свободите, защитите ловкачей. Уровень преданности 0. Ну, все, потихонечку мы начинаем расти. Так, ищите сторонников в Лондоне, помогайте им. Пугая сторонников, вы повышаете их преданность грачам. Преданность открывает уникальные ценные награды. Вот, игра пошла, настоящий синдикат, потому что до этого это было, да, совсем не то. Так, ну, слушайте, мы достаточно такую нехилую территорию-то уже отхапали. Я бы даже так сказал, нехилую, нехилую. То есть, я так понимаю, то есть у нас будут банды, мы сможем нападать не одни. Ну, мне пока все очень-очень нравится. Ну, а вот, нанять можно. Завербуйте. Вы с братом привлекаете к себе излишнее внимание. Я бы постерегся. И правильно, мистер Кейлок. Как знаете. Что, типа, драка сейчас у нас тут будет? Так, кто там? Ну что такое? Я хотел на кого-нибудь сверху напасть, ничего не получилось вообще. Что такое-то прям? Все, тетка, ты не в тот район пришла. Почему у нас банда выглядит как какие-то типа под Grove Street, да? Да не захватите. Так, все то же самое. Я, короче, никого не хочу нанимать. Мы пока не справляемся. Я, конечно, понимаю, что с одной стороны быстрее, хотя. Нифига себе, просто народу, откуда столько появилось, я не знаю. Весь район до этого ничего не делал, тут появилось просто, смотри, огромное количество народу. Огромнейшее, просто я бы сказал. Просто дофига. То есть как бы нехило. Чё, кто такие? Хватай, хватай, да, подшивку. Чё, пацаны, не в тот район заехали, да, как я погляжу? А ну-ка, слезай отсюда! Всё! Либо ты, либо я. Полиция еще какая-то мне тут пришла. Ну-ка, пошел вон отсюда. Полицейский какой-то тут нашелся мне. Все. Так, пацанов наших бьют. Вот, все отлично. Где кто... А почему я не могу просто мирных жителей побить? Мне, например, хочется там раздражать. Да что ты тут носишься-то? Все, иди отсюда. Сказали вам, что это наш район. Что непонятного? Пошел-ка ты отсюда! Тоже с моего района, пес драный. Давайте, пацаны, вы совсем уже патрон-то не тратите на какого-то дурака. Короче, надо разбираться. Ну, в принципе, задача понятна. То есть нам теперь нужно укрепляться, расти свою банду, взращивать ее прям с нуля, так сказать. Ничего не напоминает, типа GTA San Andreas. Даже зеленые у нас какие-то одежды, то есть в этом плане. Ну что ж, в следующий раз мы тогда с вами по сюжетке пойдем дальше. И вот этого Гарольда Дрейка...
Ну, в общем, есть чем заняться. Есть чем заняться. То есть, какие-то есть второстепенные задачи, насколько я понимаю. Захватывать тут не перезахватывать. Ну, в общем, еще надо немножко поразбираться в игре, потому что, ну, остаются некоторые какие-то еще непонятные для меня детали. Нужно привыкнуть, свыкнуться с геймплеем, потому что, как я говорил ранее, он для меня лично крайне отличается от привычного, скажем так, до этого, во что вот я играл. То есть, как-то все не то управление, не те какие-то слова, не то поведение, как-то, в общем, вот так вот. Ну, друзья, на этом пока что все. В следующей серии увидимся, будем продолжать. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если этого еще не сделали, не забывайте также заглядывать в паблик. Конечно же, подписывайтесь на канал еще раз и жмите колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех новостей и событий. Всем до скорого, всем пока.